В апреле вот в этом заведении северной части города прямо под камерой наблюдения было совершено преступление. У прилавка крупный мужчина проявляет агрессию к другому мужчине, хватает его за шею и пытается вырвать что-то из его правой руки. Как выяснится позже, сотенная купюра. Пострадавшим оказался глухонемой инвалид, которому было сложно объясниться с напавшим или позвать на помощь. После этого барного конфликта уже дома он обнаружил пропажу и другого имущества. В полицию об инциденте сообщила его мама. Женщина сообщила, что неизвестные лица похитили у ее сына сотовый телефон стоимостью 7000 рублей и банковскую карту. Заявительница также пояснила, что похищенный телефон представляет ценность для их семьи, поскольку является незаменимым средством связи с сыном. Сотрудники полиции установили злоумышленника, причастного к содеянному. Им оказался 56-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенное имущество стражи порядка изъяли у него уже на следующий день. До суда злоумышленник был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.